Добрый день, уважаемые коллеги. Заседание Совета по науке и образованию проходит сегодня в одном из лучших, наверное, Михаил Борисович скажет, что в лучшем, и мы с ним согласимся, музее мира в Государственном Эрмитаже. Эрмитажу исполнилось вчера 250 лет, и я от всех нас, Михаил Борисович, поздравляю от всех членов Совета по науке, поздравляю вас, всех сотрудников Эрмитажа, и еще у меня будет возможность отдельно сказать об этом, но и вот в этом собрании тоже хочу поздравить с юбилеем, поблагодарить за то, что вы нам предоставили возможность таких замечательных, красивых интерьерах сегодня собраться и поработать. Что бы хотел отметить? И культура, и, конечно, наука на протяжении столетий являются символом национального успеха, гордости, да и можно сказать, величия России. И сейчас очень важно не просто сохранять, но и приумножать наши достижения. Сегодня мы поговорим о дальнейшем развитии отечественной академической науки, о тех задачах, которые поставлены перед исследовательскими коллективами в послании Федеральному собранию. Более года назад были начаты преобразования и в системе Российской академии наук. Мы прежде всего исходили из того, что России нужна сильная, конкурентоспособная наука, которая может задавать новые направления научной мысли, обеспечивать технологическую независимость и, соответственно, суверенитет страны, работать на повышение качества жизни наших граждан. Именно поэтому были предприняты меры по укреплению исследовательской инфраструктуры, по созданию для наших ученых научных коллективов современных конкурентных условий для работы. Объединены интеллектуальные, кадровые, материальные ресурсы наших ведущих академий. Российской академии наук, медицинской, ну и, знаете, сельхознаук. Речь идет о формировании научно-технической политики, экспертизе государственных программ и проектов, консультирования органов власти. Этими полномочиями, конечно, нужно в полной мере воспользоваться, имея в виду, что расширенные полномочия Президиума Российской академии наук. Созданы более гибкие и удобные механизмы финансирования науки. Новым инструментом грантовой поддержки науки стал Российский научный фонд. Проведена и серьезная инвентаризация имущества. Не просто ничего не ушло на сторону, наоборот, некоторые объекты фактически возвращены в собственность академических институтов. Отмечу, что год назад на заседании Совета по науке и образованию по просьбе Российской академии наук был введен мораторий сроком на один год на операции с имуществом академических институтов. Мы с Владимиром Евгеньевичем встречались не так давно, и президент Академии считает необходимым этот мораторий сохранить. Я согласен, давайте так и сделаем. Сохраним мораторий на вывод научных учреждений и системы Федерального агентства научных организаций еще на один год. И прошу агентство обеспечить гарантии сохранности имущества, ресурсов, чтобы они остались в распоряжении ученых. Совершенствуется и система управления наукой, расширяются права научных коллективов, институтов. Они смогут выбирать своих руководителей. Созданы условия для прихода на управленческие должности молодых перспективных профессионалов. При этом сохраняется преемственность. Авторитетные, опытные ученые могут осуществлять научное руководство институтами. Отмечу, что такая система сегодня действует и в наших вузах. Прошу Федеральное агентство научных организаций совместно с Российской академией наук уделить самое пристальное внимание подготовке кадрового резерва, обеспечить высокий профессиональный и научный уровень кандидатов на должности руководителей. Эта работа должна вестись на постоянной основе. Уважаемые коллеги, ситуация, которая сложилась вокруг России, полностью подтверждает правильность наших действий по укреплению потенциала академической науки. Повторю, фундаментальная база, научные заделы – это важнейшие ресурсы развития страны. Нам нужно ими эффективно распоряжаться. Мы столкнулись с определенными
вызовами. Не буду сейчас об этом говорить. Это касается и сотрудничества по различным направлениям, к которым вы имеете прямое отношение, имею в виду ограничения, связанные с передачей нам современных технологий. И это и не очень хорошо, но в чем-то это и может быть нам на руку, потому что если легче было что-то купить, то сейчас нужно будет вложить определенные средства, чтобы создать самим. Понятно, что это процесс непростой, можно сказать, сложный. И тем не менее, в существующих обстоятельствах есть и очевидный плюс. Россия получила мощный импульс к научному и технологическому развитию. Прошу правительство совместно с академическим научным сообществом, деловыми объединениями в короткий срок определить критические точки в импортозамещении. Следует, ну, как я говорю в послании, конечно, там, где это целесообразно и необходимо. Следует четко понимать, какие технологии необходимо развивать в первую очередь и как обеспечить их быстрое внедрение в реальное производство. Какие заделы уже существуют и как этим нужно воспользоваться. При этом не нужно слепо копировать существующие зарубежные разработки. Обращаю внимание, отечественные инженеры и конструкторы должны найти собственные, оригинальные, как говорят, нелинейные решения задач, стоящих перед экономикой и промышленностью. Далее. В послании Федеральному собранию уже говорил о том, что мы не должны заниматься только текущими проблемами. Надо уже сейчас искать решение задач завтрашнего дня. Здесь вижу особую роль нашей академической науки. Подчеркну, несмотря на текущие сложности, мы не будем сокращать объемы финансирования науки. Напомню, что общий объем финансирования программы фундаментальных научных исследований на период до 2020 года составляет более 834 миллиардов рублей. Это действительно серьезные средства, и их нужно использовать с максимальной пользой и с максимальной отдачей для страны. Считаю, что в эту программу следует внести необходимые дополнения и коррективы с учетом долгосрочных приоритетов научного и технологического развития страны. И просил бы такие приоритеты определить. Чего хотелось бы еще отметить? В любой науке, особенно фундаментальной, многое зависит от конкретного исследователя, от коллектива исследователей. Научный поиск зачастую может приводить к самым невероятным открытиям. И, конечно, вы знаете гораздо лучше, чем я, знаете лучше меня, что в истории науки такое происходило не раз. Вместе с тем, следует исходить не только из возможностей и интересов конкретных ученых и конкретных учреждений, институтов, не только из того, что мы умеем делать сегодня, но и из тех вызовов, с которыми наша страна столкнется в будущем, в перспективе нескольких десятилетий. Важнейшим направлением деятельности академических институтов должны стать междисциплинарные исследования. Базисные возможности для этого созданы. Теперь нужно провести необходимые структурные изменения среди научных институтов. И главное здесь – не допустить механических каких-то слияний. Принципиально важно сохранить эффективные, дееспособные научные коллективы. Нужно очень бережно относиться к тому, что выстраивалось годами. Необходимо внимательно отнестись к предложениям самих научных организаций, определить единые подходы к преобразованиям, в том числе расширить участие Российской академии наук в принятии решений по вопросам научной деятельности институтов. Считаю, что серьезную роль должен играть и научно-координационный совет при Федеральном агентстве научных организаций. Вместе с тем, реструктуризация объективно, конечно, назрела, да, она, собственно говоря, и идет. Поэтому нельзя откладывать решение, назревшее решение на потом. Надо объединять интеллектуальные ресурсы и научную инфраструктуру, укреплять взаимодействие ученых на стыке отдельных дисциплин, где рождаются прорывные разработки и открытия. Уже сейчас рождаются технологии, которые изменят мир. Сам характер экономики, образ жизни миллионов, если не миллиардов людей. Через 3-4-5 лет они выйдут на мировой рынок, а к 2030 году станут повседневностью, как сегодняшние компьютерные технологии. И мы должны быть лидерами в этих процессах. Не потребителями или не только потребителями, а глобальными поставщиками продукции нового технологического уклада, который назрел. В послании Федеральному собранию
было объявлено о запуске национальной технологической инициативы. Она должна объединить наших ученых, ведущие вузы, научные центры, проектные команды, наших соотечественников, которые работают в высокотехнологичных отраслях за рубежом. И прошу Российскую академию наук, Президиум РАН принять самое активное участие в формировании национальной технологической инициативы, а научные институты включиться в ее реализацию. Давайте перейдем к работе.